Азербайджан закупит у Турции новый беспилотник «Акинджи». Об этом заявил Сельджук Байрактар. Поскольку 93% необходимых деталей производится за счет местных возможностей, сегодня мы без каких-либо трудностей экспортируем Байрактар ТБ-2 в Азербайджан, Катар, Украину, которая произвела самые большие в мире самолеты типа «Антонов». «Мы ведем экспортные переговоры со многими странами», — сказал он. По своим боевым возможностям беспилотник «Акинджи» превосходит «Байрактар ТБ-2», он несет 6 ракет ММЛ и ММЦ, в то же время он вооружен и ракетами класса «воздух-воздух». Беспилотные летательные аппараты «Акинджи», способные нести 1350 кг полезной нагрузки, также способны отслеживать и уничтожать морские цели. По словам Сельджука Байрактара, в зависимости от желания заказчика полезный груз, перевозимый этими беспилотниками, может быть заменен системами вооружения, которые уничтожат морские цели.